Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего канала. Я очень рада приветствовать вас здесь, потому что, наверное, для меня это такое важное событие – открытие собственного YouTube-канала. Давно я как-то размышляла, стоит ли мне его открывать или не стоит, и в результате решила, что все-таки сегодня это будет правильно. Правильно с той точки зрения, чтобы объединить на одной площадке то важное и полезное, что я считаю, что может вам пригодиться именно сегодня, когда мы переживаем такое непростое время таинственного перехода, таинственной трансформации, время, страшное и ужасное время перемен. И мне кажется, те темы, которые я затрагиваю, будут вам интересны. Нам очень о многом нужно сегодня поразмышлять с самими собой. И я вижу свою задачу в том, чтобы быть в этом вам полезной. Ведь мы же все с вами в одной лодке. И поэтому для меня очень важно, чтобы мы с вами были единомышленниками. Мы сегодня все с вами создаем ту страну, в которой будут жить наши дети. И это важно. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Делитесь, пожалуйста, вашими мыслями в комментариях. Будем двигаться дальше. Я планирую запускать и стримы, и выкладывать какие-то, с моей точки зрения, полезные вещи из архива, из тех выступлений, лекций, докладов, которые вот уже были ранее. Поэтому будем двигаться вместе. Буду вам благодарна, конечно же, за каждый палец вверх. И прошу, если это возможно, постараться в своих комментариях заменять слова иностранного происхождения на наши русские слова. Давайте стремиться к тому, чтобы наш русский язык, великий, могучий, наконец-то стал очищаться, насколько это возможно, от заимствованных слов иностранного происхождения. Если разобраться, в нашем языке есть все необходимые определения. Просто мы уже отвыкли ими пользоваться. А если поискать, все можно найти. Так же, как и в нашей великой русской культуре. Вопросы культуры, вопросы образования, вопросы воспитания, вопросы политики, вопросы здоровья, вопросы красоты – это те темы, которые мы будем обсуждать на моем канале. Еще раз добро пожаловать. Спасибо вам за внимание и, в общем-то, до встречи.